Счастливая семья – полноценная семья, отношения в которой имеют официально оформленный статус. Количество зарегистрированных за последнее время браков несколько уменьшилось. Сотрудники ЗАГСа связывают это с тем, что молодые люди сегодня не спешат оформлять отношения, считая, что необходимо сначала получить хорошее образование и найти достойную работу. Но за 4 месяца нынешнего года в Бресте уже зарегистрировано 508 молодых семей. Уже за этот год, за полных 4 месяца нашим отделом ЗАГС создано 508 семей. То есть у нас уже в городе Бресте появилось 508 новых молодых семей. Хотелось бы отметить, что брачный возраст каждым годом у нас возрастает. И в этом году у нас уже у супругов идет более 30 лет у мужей, а у жен 29 лет. Если сравнить статистику минулых, допустим, 10 лет, то там брачный возраст был и 25, и 28 лет. Мы видим, что уже более сознательно наши молодожены, наши молодые супруги относятся к созданию семьи. Счастливая семья, здоровая семья, в которой растут здоровые дети, отмечали в своих выступлениях на пресс-конференции специалисты Брестского роддома. За последние несколько лет брестская медицина шагнула далеко вперед, и теперь молодые супружеские пары готовятся к родительству заблаговременно. Узнать о том, каким будет здоровье малыша, родители могут еще на ранних сроках беременности матери. Помогут в этом специалисты медико-генетической консультации Брестского областного роддома. Здесь же подскажут, направят словом и делом, если в семье есть проблемы с зачатием. Наши специалисты по бесплодию проводят дополнительные методы обследования этим женщинам, которые не могли забеременеть. Назначается лечение, где-то гормональное лечение, где-то гормональная стимуляция, обязательно консультация эндокринологов, вспомогательных специалистов, возможно, коррекция каких-то хронических заболеваний дополнительная. И дальше наблюдается женщина, если же она, опять же, не получается беременность, есть какие-то проблемы, и в результате полученного лечения, опять же, беременность не наступает, тогда направляются женщины и мужчины, опять же, в нашу медико-генетическую консультацию. С 2021 года появилась такая возможность у всех пар получить одну попытку ЭКО бесплатно. Ранняя диагностика, должное внимание со стороны врачей к здоровью мамы и малышей, вовремя оказанная помощь в случае непредвиденных ситуаций – все это позволяет Брещине быть в числе первых по рождаемости в стране. Уже более 1500 новорожденных также зарегистрировано нашим отделом ЗАГС. И уже в этом году мы зарегистрировали 17 двоен. Но, как всегда, у нас мальчишки, конечно, опережают, пусть не на много, не на большое количество, но мальчики у нас в лидерах. Мальчиков рождается, наверное, и регистрируется больше, чем девочек. Поэтому я всегда говорю, каждый год наши барышни без женихов не останутся. Каждому хватит. Пресс-конференция неоднократно подчеркивала, что семья – это своего рода школа. Школа воспитания и мудрости, школа обучения жизни, в которой нет плохих или хороших учеников. Каждый по-своему трактует слово «семья». Но важно помнить, что стоит она на трех китах – любовь, уважение и вера.